Первые эмоции после выступления. Аня, Лера и Ксюша эмоции не сдерживают. Судьи высоко оценили выступление нашей тройки на международном турнире по акробатике в австрийском Граце. Девочки взяли серебро. Радуемся все. Мы самые счастливые были в зале. На нас все смотрели как ненормальных, наверное. Так это ж хорошо, это эмоции, ура, обниматься. Понимали, мы еще потом на ковре скакали. Честно могу сказать, душили их как только могут. Вот я сидел, просто смотрел направо-налево, просто максимально, но несмотря ни на все, они настолько хорошо сделали, что им просто это не удалось. Они взяли как бы призовое место. Отдельный фильм можно было снять, как радуются судьи просто. Это... Ну, я очень рад, на самом деле, за них. Вот эмоции до сих пор переполняют. Прихожу, вот хожу с улыбкой, такой вот уже пару дней не отпускает. Из Австрии наши акробаты привезли еще 4 медали. И это только начало. В планах турнир в Италии, Болгарии и Польше.